Одинцовская приемная «Единой России» переходит на дистанционный режим работы. Также в удаленном формате работает местная приемная первого заместителя председателя Мособлдумы, депутата от «Единой России» Ларисы Лазутиной. С 12 октября офис партии на Можайском шоссе закрыт для посетителей, но партийцы продолжают держать связь с жителями округа по телефону и электронной почте. Об этом рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Одинцовского округа Андрей Иванов.